Здрасте, всем дорогие друзья, сегодня я буду снимать, это ничего, буду снимать баг. Смотрите, заглянем в рецепты. Вот здесь есть все рецепты, которые нужны в обычном Майнкрафте. Но вот смотрите, например, медь, измельченное золото и медь и булыжник. Я из этого измельченного меди получил золото. Смотрите, вот так вот ставим вот это, производится здесь вот процесс, и сейчас добудется еще золото. Сейчас посмотрим золото, шанс сколько там, шанс сейчас. Шанс 12%. Вот, измельченное золото. Сейчас, минутку. Так, вот еще булыжник добылся и измельченное золото. Измельченная медь, вот видите, да, из одной руды получается две измельченные меди, вот две. Так, теперь это пускай. Теперь кладем на завод сплавов, он скрафтится вот так. Это сервер Кабум. Блин, сейчас вот завод сплавов, где он. Крафтится из трех печек, 4 золота, котела и корпусного механизма. И основного конденсатора. 2 редстоуна, медь и 2 золотых самородка. Так вот, 2 я получил. Сюда, это тоже сюда, это тоже сюда. Энергии нету. Сейчас сделаю так. Вот так сделаем. И вот так сделаем. Да, энергия прибывает, надо еще потом много солнечных панелей сделать. Положим все в правильном порядке. Так, вот. Сейчас еще сюда положу кремень. Вот, положу. Вот когда весь процесс пройдет, появится еще золото. Вот, 99%. Этот кремень легко добывается, даже когда, вот, например, я сейчас закопаю песок. Все, накопал. Накопал. Накопал, так. Теперь можно вот это убирать. И вот это сюда положим. Сейчас это процесс пройдет, и вот это пойдет. 14. И у меня уже 42 из 47. Вот булыжник добылся и кремень. И теперь можно также сделать из песчаника. Вот, сейчас я покажу рецепты. Песчаник, где песчаник? Так. Вот. Вот песчаник. Да, вот песчаник может добыть селитру. Из одной кости добывается 6, смотрите сейчас. Вот, берем две косточки. Из одной кости получается 3 костной муки, вот. А из одной косточки в дробителе получается 6. Эконом. Так, сейчас сделаю вот так. Положу сюда кремень. И мы увидим, я первый раз переправляю оловянную руду из мода Форести. Измельченное олово. Так, это сюда положу. Теперь золото сплав вот сюда. И теперь у меня будет
много медных слитков и много костной муки. Я благодаря, так, сейчас посмотрю, благодаря сейчас я там забыл какой-то ресурс, благодаря гравию получу еще железо. Можно из кварцевой ступеньки получить 2 и 2. Это вот медь 12 шансов 15. Вот свинцовая руда, измельченное серебро, измельченный свинец и булыжник. Есть много рецептов. Этот дробитель делается, сейчас найду, где он, так вот, делается из корпуса механизма, из поршня. Поршень крафтится вот так. Корпус механизма крафтится вот так. Из 4 железных прутьев, 4 железа и основного конденсатора. 2 редстоуна, в середине медь, либо же от мода Forestry, либо же от мода Foundation. И 2-4, то есть золотых слитка. Вот и все. Эконом. Ой, вот так. Все. Вот, и у вас будет достаточно ресурсов, чтобы выживать в своем выживании. Ладно, не то сказал. Все равно. Но это все равно сэкономит время. Можно еще переплавить медную руду, форести, измельченное золото я уже получил. Вот. Мы получили, как я помню, из 17 44. И 5 булыжников получили. Вот 46. Круто, круто. Всем до свидания, всем пока.